Как вы думаете, для чего мы сюда приехали? Сейчас объясню. Конечно, мы приехали сюда помыть машину. А почему бы и нет? Дело в том, что комплекс «Авангард» предоставляет вам замечательную возможность по дешевке вымыть машину так, как это не делает никто другой. Очень много вещей, которые вы можете сделать. И начистить машину до блеска, и отполировать, и прокачать. Ну, в общем-то, это все то, что делает комплекс «Авангард». Но мы сегодня не для этим сюда приехали. А мы сегодня поднимемся на второй этаж. Ну, чтобы покушать замечательную грузинскую кухню. Ребят, было бы проще, но стало бы нужным. И пока моя машина моется, я просто обязан вам рассказать, что... И для чего мы сюда пришли? Да потому что это очень клево, потому что в городе-то и нет грузинской кухни. Но одно есть, но они ко мне не обращаются. А мы вам покажем, как в автомойке «Авангард» делают грузинскую кухню. Вы должны понять, что приезжаете на Галиуллина 4, поднимаетесь на второй этаж, пока машина моется, сейчас попробуем. Что же это такое? Хачапури по-аджарски, салат греческий и просто хачапури. Попрошу занести все это дело прямо вот сюда. Чтобы вы поняли, как это делается. Это все нормальные блюда. Вот в таком количестве все это приносится. Ой, спасибо большое. А еще по-аджарски, если можно. Я 100% вам говорю, что это во. Поэтому буду понемножку, и чтобы это было качественно. Итак, начнем с чего? Начнем с обыкновенной хачапури. Она здесь вкуснейшая, понимаете? Я как-то ел такой хачапури. Вот, когда внутри настоящий сыр, и вот оно такое. Честно, одним таким хачапури можно поесть. После того, как вы сюда придете, вы скажете: хачапури отсюда домой не только. Сейчас обязательно дам это хачапури своей супруге. Она как-то мне говорила, что нужно это хачапури. Теперь я сюда буду приезжать, машину мыть, заказывать хачапури. Кстати, сколько это стоит? Так вот, это хачапури здесь стоит всего 100 рублей. Ням-ням-ням-ням-ням. Настоящий греческий салат. Вот, для него практически все с настоящей Грузии, но, к сожалению, не из Грузии. Дело в том, что, конечно, хотелось бы, чтобы все это пришло из Грузии. Но не получается. То есть огурцы, помидоры, лук, перец. Естественно. Сыр? Да какой сыр? Вот с этим много чего можно. Но мне, опять же, из Грузии, на Беглави 100% и закрыто. А еще есть замечательный Зедазини лимонад. Хотите попробовать? Приходите. Сейчас еще немножко в топочку. Вот так вот. Я хочу попробовать хачапури по-аджарски. Лимонадика. Лимонадика, минералки люблю. Лимонадик потом. Супруга попробует. Ну вот сюда. Это не для коньяка, это для других напитков. Вот. Потому что коньячные рюмочки здесь тоже есть, не такие. Но вы не только здесь коньяк можете пить. А здесь можно выпить хорошее вино. А, возможно. Вот. Но я все-таки для людей, которые не пьют, поэтому сами подумайте. Замечательное хачапури по-аджарски. Переставляем вот эту штуку. Клево. Как едят хачапури по-аджарски? Хачапури по-аджарски, вот это. Вы не вот так съедаете. Не-не-не-не-не.
Тут все по-другому. Берете кусочек вот так вот. Берете кусочек. И вот в это дело макаете. Вот. Вот это дело макаете. И вроде. Кстати, куры поджарки. Это яичко. Сыр. Не специи, а масло. И вот так вот, не спеша, вы это дело себе закидываете. Это очень клево. Но как же суп из фасоли вместе с домашним хлебушком? И на этом не прекращается наш сюжет. Суп из фасоли. Говорят, должно быть остренько. А я очень люблю острую пищу. Вот. И самое мое любимое — это острая свинина в соусе pork vindaloo. Я его ем где? В Индии. Такая штучка веселенькая. Никто его не ест. Я, пожалуй, ем. Я точно знаю, что фасоль грузины очень любят. Они ее супер готовят. Вот. Лобио, по-моему, тоже грузинское блюдо, но его никто не делает у нас. Попробуйте. Да вкуснота, да не по-детски. Ха-ха-ха! Кто бы мне сказал, я это дело люблю. Чтобы потом поцеловать любимую свою. Надо попробовать, приехать. Все, что я попробовал, во, серьезно. Кстати, за это время из моего пепелаца быстренько вытащили все то, что я не успел. А как по-другому? Езжу я же не только для себя, а в большей части для вас. Так вот, что касаемо хлеба. Хлеб будет домашний и очень вкусный. Очень-очень. А сейчас я попробую минералочку. Вот это минералка. Мы, конечно, тоже пьем минералку, но она не такая. Она, получается, она газированная вся. Вот. Та минералка, которая к нам приходит, я понимаю, что тоже не минералка. А это настоящая минеральная вода. Шашлык? А! В студию! Так, а вот это переставлю. А, да. Шашлык из домашней свинины. Домашняя свинина – это не то, что вы покупаете. К сожалению, у нас такое дело случилось, потому что пришла другая свинина. Свинина большая. Да, это хорошо, крупно и много, но вот не совсем правильно. Поэтому я ем шашлык для семьи из домашней. Но для других я беру другое мясо. Вот, мы его кушаем. Вот. Я умею делать шашлык. Что такое шашлык, по-моему? Это я вам потом расскажу, а точнее зайдите в интернет. Там у меня есть место, которое я вам готовлю шашлык. Вы все поймете. Шашлык от... вкусно. Автомобильного комплекса... А вон, да. Вот после моего это сюда. 100% говорю. Позамочиться поделить. Я так понимаю, мучиться не за 3 секунды, как это в любых других местах.
Так вот, цена этого шашлыка 250 рублей. Все сюда включено, вопросов нет. Но объясняю ситуацию. Это качественный шашлык, вот, который вы можете покушать. Почему на второй этаж вам необходимо зайти? Потому что на втором этаже это все-таки ресторан. Кафе — это так сказано, но по сути-то это ресторан. А в ресторанах вы чуть-чуть больше переплачиваете, чем это скушали мы, допустим, когда были в Екатеринбурге. Но это качество, и это супер. Вот. И тем более вы можете это попробовать. Сделав это точно так же, как делаю я. А я люблю шашлык, 100%. Именно пасашок. Все самодельное. Недалече. Попробуем еще. Ой, спасибо огромное. Это вообще очень дешево. И вот такая вкуснятина. Свининка здесь берется и разделывается в полную. Вот так она делается. Мах! Так как вы обычно кушаете? Шашлык делается со свининой. Да. А ребрышки? Сейчас, подождите. Это я неправильно делаю. Ну, по-правильному, да? Да, вот. Простите, вот так делается. Ну, должно быть по-правильному. Так, мы это дело режем. Режем. И замечательная штучка. Я буду все-таки по-нашему, вот так. А попробовать надо. Мне попросили попробовать лимонад. Попробую. Бах. Когда-то в бытность пил я лимонад. Помните, когда лимонад и 7 дней и выкинуть можно было. Но не понимаю, время-то было хорошее. Советский Союз. Вот. Никто никуда не убегал. Вот. Я бы тогда бы попил бы это все дело. Но не получилось, понимаете? У нас страна какая-то очень странная. Вот. А сейчас есть такая возможность, потому что у нас есть замечательное место. Я бы назвал его рестораном. Ресторан «Авангард». Надо только подняться на второй этаж. А тут уже и мою машину помыли. Представляете, 10 минут и все. Как оно? Ну и завершение сюжета, но не в завершении банкета, который здесь, естественно, возможен. Вот, ну, чтобы было понятно, вот это все, да, ну, примерно 700 рублей. То есть можно очень хорошо здесь посидеть, покушать, насладиться. А что у нас на десерт? Десерт в студии. А? Вы, пожалуйста, не думайте, что я все это дело сразу съел. Бы. Такую штуку надо делать и кушать не за те 5 минут, когда у нас сюжет. Это надо прийти, расслабиться. Музыка здесь замечательная. Вот. Попечь что-то вместе с музыкой. Вот. Кроме всего прочего, у нас тут оказывается финал Кубка Гагарина, да? Так вот, для финала Кубка Гагарина здесь огромный проектор, который проецирует все это дело на огромный экран. Почему бы и не посмотреть, когда наши будут ехать. Не в городе. Десерт. Блин, как же его есть там? А буду по-нашему. А вот так. А я не знаю, что там такое, но вкусно.
по-моему, что-то с творогом. Ой. Ну, попробовать однозначно надо. И вот это еще все. И, естественно, замечательный кофе. Кофею пью вот только здесь. В другом месте кофею я не пью. А вот после этого просто хочется так завалиться и сказать, да, 650 моечка, и пускай она так и будет. И вот на это все, это вообще супер. Так что приходите, попробуйте. Хотя можно не пробовать, здесь замечательные нормальные блюда. Ну, в смысле, если это есть, как говорится, что это у нас, блюдо полуденного завтрака или полдника или еще чего-то, тоже недорого, кстати. Придите, попробуйте, супер. Да, бизнес-ланчи хороши, недорого стоит, кстати, 150 рублей. Вот здесь 50 человек легко помещается, может быть и побольше. Ну, вы понимаете, да? Вот, естественно, есть VIP комната, мы вам показали ее. Вот, кто еще может это сделать? Да никто, потому что я везде был 100%. Ни у одной мойки такого нету и не будет. Потому как здесь классный хозяин работает. Он все-таки работает для вас, а не вы для него приносите ему деньги. И еще раз расскажу. Комплекс – это всего 650 рублей, а не 1300. В комплекс входит полная уборка багажника, ковры, вся чистка, плюс покрытие с жидким воском. В других местах это реально стоит дороже. Но был-то от винта. Да как покушали-то, Я все-таки понимаю, что грузинская кухня – это вот такая штука. А если бы я еще приехал сюда в нормальной компании, но я сегодня не могу это делать, и потому что я не пью, естественно, то можно было бы и машину здесь оставить. Кстати, некоторые машину так здесь оставляют. Но в любом случае, понимаете, где качественная еда? А качественная еда, грузинская качественная еда в городе Магнитогорске – здесь, в автомоечном комплексе «Авангард», что на улице Галиуллина, 4.